Здравствуйте! О погоде в стране на 23 июля расскажу вам я, Инесса Назарова. На севере и в центральной части Казахстана день порадует летним теплом и ярким солнцем. Местами столбики термометров днем достигнут отметки плюс 32, плюс 34 градуса, ночью от 14 до 23 градусов тепла. В Кокшетау ясно и солнечно, до плюс 32 градусов днем. Ночью термометры покажут плюс 17 градусов. В Костанае ясно, воздух прогреется до 34 градуса тепла днем, ночью 23 градуса тепла. В Петропавловске максимальная температура воздуха днем 32 градуса тепла, 19 градусов ночью. В Павлодаре солнечно, 29 градусов тепла днем, ночью плюс 17 на термометрах. В Караганде ясно, до плюс 28 градусов в разгар дня, ночью 14 градусов тепла. На западе Казахстана по-прежнему жаркая летняя погода. В Актобе переменная облачность, днем максимальная температура достигнет 37 градусов тепла, ночью плюс 25 градусов. В Уральске малооблачно, в полдень солнце прогреет воздух до плюс 34 градусов, ночью плюс 26 на термометрах. В Атырау переменная облачность, возможен небольшой дождь. В полдень столбики термометров также покажут плюс 34 градуса, ночью 27 градусов тепла. В Актау переменная облачность, возможна гроза. В полдень плюс 30 градусов, ночью температура воздуха плюс 25 градусов. На юге страны безоблачная июльская жара. В ночные часы температура воздуха до плюс 29 градусов. Днем воздух прогреется местами до 39-42 градусов тепла. В Туркестане максимальная температура воздуха днем плюс 42 градуса, ночью 29 градуса тепла. В Кызылорде ясно и солнечно, днем 41 градус тепла, ночью столбики термометров покажут плюс 25 градусов. В Шымкенте в полдень воздух прогреется до плюс 39 градусов, ночью 23 градуса выше нуля. В Таразе термометры в разгар дня также на отметке плюс 39 градусов, ночью плюс 23 градуса. В Талдыкургане днем температура достигнет 34 градуса тепла, ночью плюс 21 на термометрах. В Восточном Казахстане тепло и ясно. В Усть-Каменогорске днем температура поднимется до 26 градусов тепла, ночью плюс 18 градусов. В Семее ясная погода, плюс 28 градусов днем, ночью 20 градусов тепла. В Алматы день будет солнечным, температура воздуха ночью плюс 21 градус тепла, днем до 34 градусов тепла. Жителей и гостей столицы 23 июля ожидается теплая ясная погода. Температура воздуха до плюс 29 градусов днем, 15 градусов тепла ночью. Метеослужба телеканала «Хабар» желает вам хорошей погоды и крепкого здоровья. Вакцинация от коронавируса поможет защитить себя и своих близких.